Я вибачаюсь сьогодні, але я перейду на російську, тому що ця тема, я її вивчала російською, і мені так буде зручніше доносити інформацію, тому я вибачаюсь завчасно. Сьогодні ми самі просмотримо таку тему, як роль градієнтного спуску в машинному обученні. Вона буде така більш теоретична, і в нашому сьогоднішньому мітингу ми розглянемо такі питання. Первое. Что такое градиентный спуск и какова его роль вообще в машинном обучении? Так, второй пункт. Что такое функция потерь или как мы называем ее кост-функция и какова ее связь с градиентным спуском? Потом у нас будет маленькая практическая часть. Мы рассмотрим, как можно использовать градиентный спуск в алгоритмах и возьмем, например, линейную регрессию, она самая простая с одним параметром, чтобы показать, как будет вычисляться наша функция потерь, и потом используем алгоритм градиентного спуска, чтобы найти оптимальный параметр. Потом мы будем говорить о том, как правильно нужно будет выбрать этот гиперпараметр. Под гиперпараметром подразумевают скорость нашего обучения. И закончим это все тем, как мы разберемся, какие вообще есть виды градиентного спуска. Начнем с того, что, как мы все знаем, машинное обучение, оно уже давно вышло за пределы коммерческих приложений и имеет огромное влияние на научные исследования. Оптимизация, она, в свою очередь, это большая часть машинного обучения. И в основе каждого алгоритма лежит алгоритм оптимизации. Градиентный спуск на сегодняшний день – самый используемый алгоритм обучения. Он применяется почти в каждой модели. И если мы будем говорить простыми словами, то градиентный спуск — это, по сути, то, как наша модель обучается. Сейчас мы немножечко к терминологии вернемся. Градиентный спуск — это метод нахождения минимального значения функции потерь. Минимизация любой функции будет означать поиск самой глубокой впадины в этой функции. Как мы видим на этом рисунке, мы будем начинать с какого-то оптимального параметра, и нам нужно будет спускаться как вниз по склону, чтобы найти минимум функций. Хочу обратить ваше внимание, что минимумов может быть много. Есть глобальный минимум по всей функции, и есть множество локальных минимумов. И поиск нашего минимума будет означать получение наименьшей возможной ошибки или повышение точности модели. Как мы можем увеличить точность модели? Мы перебираем набор всех учебных данных и настраиваем наши параметры, там весы смещения нашей модели. И суть будет получить наименьшее значение нашей ошибки. Градиентный спуск, он очень тесно взаимодействует с функцией потерь. Как мы говорили, английская терминология – кост-функция, поэтому у вас может несколько моментов смущать. Ну, либо функция потерь, функция значимости, кост-функция. И нам нужно следует немножечко остановиться на ней поподробнее. Функция потерь в машинном обучении является мерой того, насколько точно наша модель способна предсказать ожидаемый результат, то есть основную правду. Она принимает в качестве входных данных два параметра. Это выходные данные значения нашей модели, то есть, грубо говоря, то, что наша модель посчитала, и ожидаемое истинное значение. Выход функции потерь является показателем того, насколько хорошо наша модель справилась с прогнозированием результата. И высокое значение потери означает, что наша модель работает очень плохо. Низкое значение потерь означает, что наша модель работает хорошо. Если говорить, то в идеале мы стремимся к тому, чтобы выход кост-функции равнялся нулю. И самым важным моментом, что в машинном обучении мы уделяем большое внимание взаимосвязи между нашей функцией стоимости и параметрами. И общая идея будет заключаться в том, что градиентный спуск будет использовать итерационную настройку этих параметров для минимизации функции стоимости. Но главный вопрос, как нам рассчитать наши потери? Вы можете на слайде увидеть формулу. Это среднеквадратическая ошибка. Она является самой простой и наиболее распространенной функцией потерь, которую часто даже преподают на вводных курсах машинного обучения. Что нужно сделать, чтобы ее рассчитать? У нас
есть наши предсказания, наши модели. Вот эти вот вайс-шапочка — это истинные, правильные значения. Нам нужно посчитать разницу между нашим предсказанием, нашей моделью и основополагающей правдой. Мы взводим ее в квадрат и усредняем по всему набору данных. N, грубо говоря, это количество элементов в нашем тестовом наборе. Почему мы используем эту формулу? Основное преимущество, что функция становится дифференцируемой и выпуклой. По ней удобнее будет проходиться. Также я хочу вам показать этот рисуночек. Как мы видим на рисунке, мы можем описать лежащую в основе градиентного спуска идею как спуск вниз по склону холма. И пока не будет у нас достигнут наш локальный или глобальный минимум стоимости. На каждой итерации мы делаем шаг в противоположную от градиента сторону. Причем размер шага определяется темпом обучения. Вот этот вот наш размер шага, learning step, еще он обозначается как альфа, и мы говорим про него как шаг обучения или скорость обучения. Он же является гиперпараметром, используют такие разные терминологии. Чтобы свести к минимуму ошибку или потерю в прогнозировании, модель использует примеры из обучающей выборки, обновляет параметр модели. Вот этот вот W, который у нас есть, мы будем делать для каждого одному, пока наша кост-функция не достигнет своего минимума. И таким образом наша минимизация ошибки также часто называется минимизацией функции затрат. В алгоритме градиентного спуска мы начинаем со случайно. Параметр модели. Вот. Мы параметры, обратите внимание на график, мы дошли до этого минимума, но это будет являться наш локальный. Глобальный находится немножечко дальше. Пока на этом моменте я хочу вам показать, остановить презентацию, показать немножечко практическую часть с использованием нашей линейной регрессии. Вообще, в чем суть нашей линейной регрессии? Она показывает зависимость одной переменной от другой или нескольких. И она как бы восстанавливает связь между ними. Для линейной модели с одним признаком прогнозом будет являться прямая линия. Вообще, можно ее отобразить вот такой вот формулой. Вот. Можно отобразить такой формулой, где у нас Y — это будет предсказание нашей модели. Обычно даже ее называют еще гипотезой. У нас также есть наши параметры W и V, это параметры модели, которые оцениваются в ходе обучения. И X — это какая-то сводная переменная, и ее значение нам уже известно. Мы эту гипотезу можем отобразить вот этой вот функцией. И что нам нужно сделать? Нам нужно будет сгенерировать. X — это будет как бы наш обучающий набор. Y-real — это наши истинные значения, а Y — это будут наши точки, которые будут раскиданы по нашему графику. Секундочку, я хочу запустить эту функцию. Давайте посмотрим на графике. У нас... Вот эти вот точки, которые мы раскидали по всему, и вот эта вот зеленая линия, это и будет наша линия регрессии. Ее значение, этой линейной регрессии, ее задача находить такие значения параметров наших, при которых минимизируется среднеквадратическая ошибка. В чем была суть поиска метода наименьших квадратов? От каждой из этой точки проводился вектор, можно было нарисовать несколько таких линий, и от каждой этой точки проводился вектор на эту линию, рассчитывалась эта наша ошибка. И нам нужно было найти, предсказать значение, которое будет на более близкое к реальному. И на более близким будет являться тот вектор, который будет иметь наименьшую
длину, на меньшую возможную длину. И мы это все суммируем по всей выборке. Ну, можно вполне понять, что чем меньше сумма ошибок всех элементов обучающей выборки, тем лучше у нас построена модель. Но почему мы не используем такой метод, а почему мы используем среднеквадратический? Потому что в случае с квадратической ошибкой наиболее удаленные элементы будут получать более серьезный штраф. То есть мы будем удваивать эту длину. И квадратическая функция имеет как минимум и также она является дифференцируемой. У обычной будет только минимум. Теперь мы с вами рассмотрим эту кост-функцию. Если брать, как выглядит наша гипотеза, вот это наша гипотеза, что нам нужно сделать? Нам нужно посчитать функцию потерь. Вот ее формула. У нас есть какое-то n-ное количество элементов в наборе. Я сделала довольно простенький набор, у нас будет всего лишь 3 элемента. И мы в нашу формулу подставляем наш тестовый набор и как бы подсчитываем, какое должно быть значение наших параметров, чтобы при вычислении нашего набора наш y-real совпадал. То есть для нас идеально, чтобы параметр b равнялся нулю, и наш параметр W равнялся единичке. Тогда наша гипотеза будет идеально подходить. Что происходит? Вот у нас есть наша формула. Мы берем нашу гипотезу, будем менять в ней наши параметры. B останется на одном месте, мы будем менять только W, чтобы упростить задачу. Вычисляем наши значения по этой гипотезе. Здесь мы используем значение реальное, то есть наше реальное значение, то, что находится у нас в массиве y-real. Возводим это в квадрат и находим среднеквадратическое по всей нашей выборке. Как это считается? У нас есть количество элементов, и мы можем посчитать длину нашего массива, и мы ее удваиваем, и как бы будет примерно 1/6. 1/6 и умножаем на нашу ошибку среднеквадратическую. Сейчас мы это сделаем ручками. Просчитаем кост-функцию для элементов. Начнем, например, мы с нуля поставили сюда в наше значение функции потерь, посчитали. Потом увеличиваем элементы. Запоминаем, что идеально у нас было бы, если бы наш параметр W равнялся единичке. Мы сейчас запустим эту функцию. Давайте посмотрим. По оси x у нас как раз лежит наш параметр, который мы изменяем. По оси y наша кост-функция. Как мы видим, что нам нужно найти... мы подвинем это. Нужно найти минимум. Минимум нашей кост-функции будет достигаться, когда параметр будет равняться единичке. Тогда наша гипотеза, которую мы сделали, будет являться максимально правильной. Но теперь самое важное, у нас же есть еще градиентный спуск, и как минимум ручками нам проходить по кост-функции как бы не совсем удобно. Хотелось бы, чтобы это было автоматически, нахождение этого параметра. Вот тут как раз и вступает в роль градиентный спуск. Опять обратим внимание, вот наша гипотеза. Мы помним, что у нас наша гипотеза работает, когда наш параметр будет равняться единичке. Я еще раз переписала, как выглядит функция потерь, а теперь посмотрим, как выглядит градиент функции. А в чем у нас тут разница? Опять-таки, мы используем нашу гипотезу, мы вычисляем разницу между тем, что наша гипотеза посчитала, отнимаем наше реальное значение, умножаем на значение нашего x в этом элементе, потому что, как мы говорили, в обычном пакетном градиентном спуске мы должны проходиться по всем параметрам выборки. И мы будем усреднять это значение по количеству наборов. Как бы вот она вот так вот будет выглядеть у нас, написанная на Python-коде. Еще одним важным моментом нам нужно определить скорость обучения. Про то, как ее определить, мы поговорим немножко позже. Как видим, у меня есть тут несколько параметров. Мы с вами будем использовать первый, потому что он сейчас для нас будет являться оптимальным. И что нам нужно? Нам нужно начать со случайного вектора. Мы начнем с нуля.
у нас есть, я поставила какое-то определенное количество итераций, которые, например, у нас не должно превышать. Немножечко пока в одной части, что градиентный спуск, он вообще может быть использован во многих алгоритмах, и требуется найти экстремум функции. Это и нейронные сети, и вопросы регрессии, и ка средних соседей. Одним из свойств градиента является то, что он указывает направление, в котором некоторая функция возрастает больше всего. И если брать на практике, то градиентный спуск чем-то напоминает спуск с горы. Размер нашего шага будет являться скоростью нашего обучения, то, что мы говорили, какой-то степ. Прибор, который сообщает нашу высоту над уровнем моря, это будет наша кост-функция. То есть мы пробрались выше, ниже, потому что основная суть — это спуститься с холма, а не подняться выше. А направление, в котором нужно нам идти, будет показывать градиент. Как мы видим, нам не нужно будет вызывать эту кост-функцию напрямую, потому что ее будет вызываться в градиенте. Как нам нужно посчитать? Во-первых, у нас есть какой-то изначальный наш путь, и мы должны выбрать нашу градиентную функцию, вызываем, умножаем ее на наш шаг, и мы будем как раз менять наш параметр, чтобы знать, в какую сторону двигаться. Давайте вызовем эту функцию. Как мы помним, идеальный наш параметр должен равняться единичке. Ну, тут почти 0,99, как бы мы двигаемся, я думаю, что там даже что-то с пресиженным. Но если мы вернемся к кост-функции, мы помним, что наша гипотеза идеально срабатывает, когда параметр у нас будет равняться единичке. Сейчас мы вернемся немного к слайду. Как мы, вот это немного по-другому представлено, потому что мы с вами уже раскрыли эту функцию стоимости, то есть я показала более в практике такой более упрощенный вариант. Так. Теперь мы немножечко поговорим про гиперпараметр, скорость нашего обучения. Вообще размер шага алгоритма определяет, насколько мы собираемся двигаться в двухточку на функции нашей потери. И этот параметр, наш гиперпараметр, называется скорость обучения. Очень важно в градиентном спуске понимать, как выбрать размер шага. И мы сейчас немножечко об этом поговорим. Вообще нет никаких конкретных правил, конкретных рекомендаций, как именно выбрать этот шаг для данной задачи. Выбор шага на самом деле это искусство, но есть некоторые моменты, которые могут нам с этим помочь. Например, если взять длину шага слишком маленькой, мы можем посмотреть на графике, вот это если маленький наш шаг. Градиентный спуск будет очень не спеша, но верно шагать в сторону минимума. Видно, что шаги по мере приближения к минимуму будут становиться все более и более мелкими. И нужно довольно много итераций, чтобы градиентный спуск сошелся с таким размером шага. Есть другой вариант. А что, если взять этот шаг слишком большим? То, конечно, градиент будет показывать сторону минимума. Но поскольку мы шагаем по нему слишком далеко, есть риск, что мы будем перепрыгивать точку минимума. И более того, есть риск расхождения. То есть градиентный спуск будет уходить все дальше и дальше от нашей точки минимума. Можно еще заметить, что если мы еще находимся очень далеко от точки минимума, то нет ничего плохого в том, чтобы делать длинные шаги, чтобы далеко шагать в сторону антиградиента. А если мы уже сделали много итераций градиентного спуска, есть подозрение, что мы находимся близко, и можно делать эти шаги более аккуратными, чтобы мы не перескочили минимум и не начали шагать не в ту сторону. Таким образом возникает идея делать шаг переменным. То есть чем больше итераций мы сделали, тем меньше должен быть размер шага. Я сейчас вам хочу взять тот же пример, который мы делали. Давайте, вот это был наш оптимальный шаг. Сейчас я хочу использовать шаг чуть-чуть поменьше. Извините. Давайте вызовем этот
Смотрите, этот раз мы уже максимум приблизились к оптимальному параметру. Если мы делаем шаг очень маленький, то на тысячной итерации мы как бы двигаемся в сторону нашего антиградиента, но мы еще не достигли, то есть мы будем требоваться больше и больше времени. Но я хочу напомнить, что наш тестовый набор состоит всего лишь из 3 элементов. Давайте представим, если там будет их 1000, сколько это времени займет. Теперь мы сделаем шаг слишком большим. Опять запускаем. Посмотрите, что происходит. Мы перепрыгиваем. Мы как бы определяем сторону, в которую мы двигаемся, но мы из-за того, что шаг у нас слишком большой, мы попадаем в ту ситуацию, что мы начинаем просто перепрыгивать. Как это показано на нашем графике здесь. И перейдем мы сейчас к видам градиентного спуска. На сегодня мы рассмотрим 3 самых основных. Они широко используются в машинном обучении. Первый у нас это пакетный градиентный спуск, есть мини-пакетный градиентный спуск и стохастический градиентный спуск. А в чем их отличие? Начнем, наверное, с пакетного. То, что я показывала в примере, это является как раз пакетным градиентным спуском. То есть в чем его суть? Мы используем всю партию обучающих данных на каждом шаге. Он рассчитывает ошибку для каждой записи и принимает среднее значение для определения градиента. То есть, опять-таки, используются все наши тестовые значения. Преимущество заключается в том, что алгоритм более эффективен в вычислительном отношении, и он обеспечивает стабильный путь обучения. Тем не менее, он занимает очень много времени, когда наш тренировочный набор большой. Поэтому есть альтернатива – стохастический градиентный спуск. Он выбирает только один экземпляр из обучающего набора на каждом шаге и обновляет градиент только на основе этой отдельной записи. Его преимущество заключается в том, что алгоритм намного быстрее на каждой итерации, что устраняет ограничения, как в нашем пакетном градиентном спуске. Однако алгоритм дает менее регулярный и стабильный путь обучения по сравнению с пакетным градиентным спуском. Мы сейчас посмотрим на этот график. Вот наш пакетный градиентный спуск. Как мы видим, линия идет прямо, точно в наш глобальный минимум, как целеустремленный человек. На что похож путь стохастического градиентного спуска? Ну, похож на путь человека, который немножечко выпивает. И вместо плавного уменьшения функции стоимости наше значение будет подпрыгивать то вверх, то вниз. После раундов итерации алгоритм может найти хороший параметр, но конечный результат не обязательно будет глобально оптимальным. Также если есть такое преимущество, что если нам нужно обучать на очень больших выборках нашу линейную модель, в пакетном градиентном спуске они могут не помещаться в память нашего компьютера. Поэтому стохастически это как раз будет оптимальный вариант на больших данных. Есть еще мини-пакетный градиентный спуск. Он в себе сочетает концепцию как и пакетного, так и стохастического. На каждом этапе алгоритм вычисляет градиент на основе подмножества обучающего набора, вместо полного набора данных или только одной записи. То есть это что-то среднее. Уже как бы не одна запись, как в стохастическом, но и не весь набор, как в пакетном. Какой-то оптимальный набор. Преимущество его заключается в том, что алгоритм может использовать преимущество матричной операции во время расчета, а функция стоимости может уменьшаться более плавно и стабильно, чем в стохастическом. Ну, если мы посмотрим, опять-таки, на наш мини-пакетный, ну, тут есть, конечно, шероховатости, видно, что функция нашей стоимости будет немножко подпрыгивать, но сравнивая со стохастическим, не так колоссально. И у нас есть сессия вопросов-ответов, поэтому, если у есть кого-то какие-то вопросы, предложения, буду рада выслушать. У мене є одне запитання на рахунок альтернативних засобів замість градієнт десцент, якісь інші алгоритми, можливо, є для пошуку мінімум функції? Взагалі, так, вони є. Раніше я вже казала про цю похибку, коли ми подивились на графік перший, там, де потрібно було вирахувати. Ми, тобто, з кожної точки ми малювали вектор на нашу лінію регресії, і вираховували значення
цих похибок, але не квадратичне. І там був ще метод Ньютона. Якщо чесно, я тобі більш детально так не можу сказати, тому що навіть нам ця тема радіатного спуску, вона при вивченні не потрібна, тому що наші алгоритми, вони це відпрацьовують під капотом. Але для більш теоретичного розуміння, як це відбувається, ну, там трішки ази потрібно знати. Але я тобі кажу, що там більш детально по цій темі я тобі не можу так сказати. Потрібно буде, ми можемо потім це обговорити. Окей, дякую. Але взагалі, ну, щодо цього питання, тобто коли ми говорили про врахування оцих похибок щодо векторів, це також це являється вже альтернативою. Але як ми вже казали, що чому краще використовувати градієнтний спуск у зв'язку з кост-функцією, тому що вона є диференційованою, і ми можемо якраз рухатись по ній у наш глобальний мінімум, тобто так зручніше.